В Лиманской общеобразовательной школе номер 4 прошло открытие мемориальной доски в память о погибшем участнике антитеррористической операции Владимире Бражнике. Сегодня мы зібралися в приміщенні загальноосвітньої школи номер 4, щоб віддати данину пам'ять, відкрити меморіальну дошку випускнику цього навчального закладу, загиблому захиснику вітчизни, військовослужбовцю Бражнику Володимиру Анатолійовичу. Боец погиб под Іловайськом в августе 2014 года. Памятный знак установили в родной школе Владимира. На открытии присутствовала семья погибшего. Когда началась война, он в Славянске, в Красном Лимане, он выехал на дачу Севетонская и начал помогать украинским военным. Таких, как он, в этом городе было не одно, а я могу вам сказать. Я была еще в Донецке, с его женой и детьми мы были. И он рассказывал, как местные, он говорит, местные сдавали этот город, говорит, еще чужих не было. И он говорит, не стыдно, это Украина, Лиман, это Украина. Почему? Возможность открыть памятную доску Владимиру Бражнику дали его сыну.